Привет, девчонки! Сегодня я вам покажу, как сделать вот такой маникюр. Это у нас уже будет третий из серии «Как не заскучать с белым гель-лаком». Градиент у нас будет немножко необычный, как по внешнему виду, так и по манере исполнения. Если вам интересно посмотреть, как я его сделала, оставайтесь со мной. Но для начала расскажу вам, что нам сегодня понадобится. На ногтях у меня уже 8-й день, как красуется белый гель-лак от OPI Alpine Snow. Если вам интересно, как я его наносила, ссылку на видео я оставлю в описании. Белый лак от Manhattan. Голубой Essence Show Your Feet номер 14 Pop Pastel Blue. Калейдоскоп из коллекции Яркая Я на пляже. Лак от H&M Blue Sky. Прозрачный лак от Orly Top to Bottom. Белый лак для стемпинга от Jollyfin Snow White. Штампик Мою Crystal Clear и пластина Мою Enchanted Collection 05. Градиент я сегодня буду делать круговой и на мате. Спросите, почему? Мне так просто удобнее. И самое главное, не нужно долго очищать кутикулу, а я это очень люблю. Очень миленько получилось, правда? И градиент, мне кажется, таким способом делать совсем беспроблемно. На этом у меня все. Ставьте пальчик вверх, комментируйте и подписывайтесь на мой канал. Спасибо, что меня смотрели. Пока!